Всем привет! Меня зовут Виктор, канал Penny Prex, и это продолжение прохождения Lord of the Fallen. Lord of the Fallen. В общем, тут, короче, я что-то подумал и решил взять себе все-таки меч, у которого меч, у которого я вот находил вот этот вот модификация силы 13, вот, и посмотреть, что как с ним будет. Так, так, а что здесь то я там ошиты, щит пустоты. Ну да, пусть будет щит пустоты. Ну-ка, подожди, а вот эти вот, например, тут вот щиты, вот оранжевый, да? Что здесь? Ну вот чем ты отличаешься, щит пустоты, от... Защита блока магии. А тут... Подожди, ну тут вот получается... Ну, у него стойкость выше, да? Ч, ладно, давай я с тобой... С тобой попробую, посмотрим. Мясорубка-то, блядь. Оказывается, и так может. Он, оказывается, и так может. Кто бы знал, да? Ну вот такой бой мне больше нравится, подвижный, нежели он там, блядь, еле-еле черепашит. Так, блядь, к уничтожителю куда? Свидули. Не, нормально. Блядь, с мечом мне больше нравится. Ну что, он такой пошустрее, чем нежели. Ого, это что за, блядь, глюк был? То есть он сперва мне это, а потом то, да? Живая легенда, доспех для предплечья, тяжелый осколок, слишком показателя. О, хорошо.
Так, живая легенда для предплечья. Это где? Живая легенда, это вот. Нет, так, с очком показателя. Запас энергии немножко увеличивает. Так, волшебное оружие. Живучесть. Вот вопрос в чем? Живучесть прокачать? Или выносливость? Давай лучше выносливость. Энергия — это как бы основной параметр для драки, основной параметр для параметр для драки, поэтому надо ее прокачать, чтобы не упасть в грязь лицом. Сколько их тут, этих упырей. А чё я? Locked in hidden parts of the catacombs could be holding more than secrets and sins we are aware of. One of the Rogar lords leading the raid on Keystone has been spotted inside. He killed many of our soldiers before they even recognized the danger. All we know so far is that he somehow feeds on our rage. Просто драться и читать одновременно не очень-то, что-то как-то удобненько, если честно. Не, ну мне полюбас. Я там посмотрел, короче, как этого. Просто до уничтожителя как идти. И мне надо прорваться к этим. Ну где эта баба, блядь, руны читала? Вопрос только, я, блядь, уже забыл, где она руны читала. А так-то надо, короче, туды пиздавать. Кто где, блядь, кричит здесь? Сдохни нахуй уже. Разорался бешеный. Зачистка. Блин, ну не, ну если честно, я сейчас просто кайфую от меча, от этого. От того, что он так это, блядь, может, оказывается, быстро махать. А не как я тут, блядь. Сейчас по чайной ложке. Уходим, все мы. Опа, опа, па, па, па. А, попали, па, па, па. Мы упали. Мы пропали. Осколок устойчивости к яду. Сохранимся. Ой, так. Это башня. Ох ты, а здесь что?
куча всего. Они придут. Знаю, что придут. Знаю, что будет. Я сделаю то, что должен. Люди слабые не могут им противостоять. Значит, нужно нечто большее. Я совершаю эликсиры чудовищности сильнее. Их все сложнее задержать, можно сказать, почти невозможно. Но если что другое не поможет, если у нас выбор. Сначала пленников оттащили тени, потом мы выпустили чудовище. Оно рвало их на части и отрыгивало им тела зеленой мелочи. Раненые кричали. Мы с Феррес оплывали и много повидали. Но в этот раз обоих стошнило. Чудовище все же было создано. Смертоносно. Неправдобно. И я не понимаю, почему мы позволяем чему-то подобному существовать. И как я мог это допустить? Сначала его мать, потом и Беринор. Мне тяжело сдерживать гнев. Он прожигает мне сердце и свет. Свирепеет с каждым днем. Откуда же пришла такая ярость? С самого ее начала она со мной, или мною владели демоны? Но мне хватит сил, чтобы выстоять. Я изгоню зло. Так, доспех для головы легкий. Пустая бутылка зелья, осколок воссоединения с призраком. Хорошо. Так, все, я кажусь. Я, кажется, вспомнил, короче, куда мне надо бежать. И поэтому сейчас я туда побегу. Ну, раз вспомнил, почему-то не побежать, да? Так, а чё, сколько опыта? 6400. Так, нет, это я поднялся из подвала, а мне надо просто выйти. Мне надо просто выйти отсюда. Выдайте. Гуляй, балбес. Так, это еще запечатано. Так, а тут что, руна какая-то? А, нет, это не руна, это... А, подожди, и что, ну? И что здесь открывается? Где-то здесь что-то открывается. Подожди, здесь дверь, да? Здесь дверь. Блять, что ты вот можешь открывать-то там? Так, выход. Пошел.
Так, стой, подожди, а я правильно? Здесь тролль, там. Не, ну там практически самое начало. Нет, мне надо вот сюда, значит, идти. Мне надо идти сюда. Так, давай. Сохраняемся. Очухивайся быстрее. Быстрее очухивайся. Так, сюда. Сюда. Ну и чё? Пошли. Осколок. Так, а вот теперь давай посмотрим. Eternity, мастерить. Использовать руна. Так. Артефакт. Физический урон. Так, а вот тут, я не знаю, у тебя физический урон. А, ну это гле. У него это энергии много расходует, да? Так, а у меня кодекс двуручный, упорство. Ну, мой-то этот, да? Который у меня меч, он без. Без. Так, а тут действие, средний доспех. А тут упорство, легкий доспех. А почему я тебя выбрал? Не, ну у меня же должен ты стоять, да? Странно. Это какие-то новые, да? Так, стой, подожди, блядь. Шу. А, ну шу он без этого. Сердце. А, тут все, тут это.
Так, а перчатки у меня какие стоят? Сердце стоит. А тут вот есть даже такой. А, подожди, блядь. Что? То есть здесь доспех 136. А что? Что означает 136 сердце? Ну-ка, 145. Защита, стойкость. Что пойми, блядь. Стойкость 40. А почему показываю, что ниже? Тут вот защита 14, да? Вес. Стойкость 91, а тут... Ну, давай с тобой. Так. Сразу все переливаем, чтобы нам тут не это. Так, это что у меня там стоял? Таран стоял. Так, а подожди, может, мне надо ярость взять? Ну, в принципе, его можно одолеть. Ого. Одолел. Охеренно одолел, да? Да, блядь. Я ж почти его уже отпиздил. Ладно, сейчас еще разок попробую, нах. Видно же, что он читер сраный. Ладно, короче, нахуй иди. И
разница. Нахуй, нахуй, иди. Я пойду бить этих уродов. Это ты больно какой-то, четверной, блядь. Четверной какой-то ты, блядь. А, нет, подожди, тут надо наверх подняться. Вроде как-то где-то там по верху надо было идти. Где-то надо было вроде как по верху пиндовать. Вот только куда, да, пиндовать надо было. Сюда. А, ну да. Да ну нахуй! Серьезно, что ли, блядь? Не успел прибухнуть. А, ну у меня ж, по-моему, этот есть. Ой, за 1000 осколок я тратить не буду этот. Нахер надо. За 1000 я тратить тебя не буду. Все. Блять, да если бы у меня такой, я бы изначально, я бы, блядь, так не бомбил тут. Столько бы нервов не потратил, если бы, как бы, с мечом бы изначально был. А то это же... Сколько бомбежа-то было? Так, что это вот в эту дверь, по-моему, уже, да, нам? Надо было. В смысле, с другой стороны блокировано? А как я, блядь? Заходил туда. Я что, заходил?
Серьезно, что ли, блядь? Кто-то блокировал дверь с другой стороны. А, или мне вон туда надо? А где этот хуйло-то? Крурк. Рурк. Куда он спрятался-то, блядь? Подожди, а ты чё, блядь? А почему ты перестал это убиваться? Я ж тебя... Или тебя можно только булавой убить, или чё? Я не понял, почему? Чё за понос-то такой произошёл? А? Я ж его вообще нормально с это... С булавы-то шотал там. А чё сейчас-то произошло? Вот янта дверь судым. ГГшечка. Опа. Охрененно. Тютю опыт или чё? 6000 опыта. Когти-кулак. Я ж вас сейчас найду. Я ж вас тут сейчас поубиваю, нахуй. О, красавчик, блядь. Чё за хуйня-то? Ну нахуй ты, блядь, падаешь.
А, ну заебись. Теперь я весь опыт проебал. Теперь я проебал весь опыт. 162. Нахуй мне 162 опыта. Охуеть, да? Ну да, чё? Собственно говоря, почему бы и нет, да? Пошел я нахуй, короче. Давай хоть капелюшку эту, блядь, подберем. 162 опыта, блядь. А как туда-то мне попасть? Как туда-то попасть? Как туда-то пробраться? А? Чё за херня? Это ты что ли? Уничтожитель. Или нет? Что мне надо использовать? Цепи. Цепи, цепи кованые. Раскуйте нас. Кем из нас? Когда это я вышел? А, это я сюда теперь вышел. Дверь отперла туда. Не, ну на такую-то длину я же, блядь. Я ж не, блядь, не перепрыгнул вам. На такую-то длину я ж не перепрыгнул. Батя, как я должен с таким буду драться? Чё за беда? Интересно прям. Да не, ну это бред же сюда, блядь. Пытаться перепрыгнуть. Я на такое расстояние ж не прыгаю, да? Ну, блядь, он, да, он на такое расстояние не прыгает. Смысла нету пытаться. Ha!
Опять не кувыркнулся сюда. Не, ну это же как-то должен опуститься, получается, да? Вот эта вот херня. А как ее опустить-то тогда? Как ее опустить? Ради того, кто заступился за нас. Ради того. Дверь заблокирована с другой стороны. Это значит, что сюда мне нехер лезти. Так, а там это те вон. Ну, это откуда я вот оттуда пришел, да? А, еще вон там есть проход. Только как вот туда вот пробраться? Точнее, откуда вот туда пробраться? Блять, там я не могу перепрыгнуть. Это надо искать где-то, где я еще не это. Не шарился. Проход. Искать что-то, где я еще не шарился. Только вопрос. Где это такое? Где я еще не шарился? Так, мы переливаемся обязательно. Я им не собираюсь опыт дарить свой бесценный. Так, мы вышли отсюда. Ух, сложненько. Все, может тут? Не, ну, блядь, это сюда. Да? А сюда можно? С другой стороны блокировано. Подожди, мне просто интересно. Почему я, блядь, не могу тебя мечом одолеть? Вот я палец сейчас возьму, отметина, да? И тебе пиздец. А вот мечом... Я уже и забыл, какой тут меч у меня стоял, блядь. Где... Артефакт. Кодекс страж. А, шу. Шу у меня был. Вот, шу. А шу им не убивает. Так, а можно как-то в это шу переключить избранное Ф. Так, это будет избранное. И вот это избранное. То есть у меня шу и это избранное. И что это значит? 4. Я не знаю.
А как я избранная могу переключать, интересно. Блять, вот тут головоломок-то понаделали. Попробую разобраться, ёптать. Куда тебе надо идти? Ну это нет. Только сюда, если. Это куда? Животное, блядь. Ну это вот сюда я, ёптать, отсюда приходил, вот. Вон там эта дурилка. Блядь, тысячу кругов. 100 тысяч кругов намотал уже. Она что, не прочитала никакие руны, что ли, сиба? Как вот, как она вообще съебалась такая? Молодец, смотри на нее, посмотри-ка, взяла, съебалась просто, оставила меня тут. Не пойми с чем, блядь, не пойми где. Молодка, просто. Ты помогаешь, помогаешь, она такая, оп, и свалила. У нее же где-то, она же где-то вот здесь вот стояла, что-то читала, ёптать, или куда, вот, где она читала? Съебалась, короче. Хоть бы сказала мне что-нибудь. Да нет, пока мне. Выходить пока мне не надо. Тварина здесь, что ли, стоит? Ого! Ничего себе, он мощный! Я-то думал, сейчас я его зарублю. А нет, оказалось наоборот все. Все наоборот. 2000 опыта. Бля, давай-ка я вот этот... Использую осколок, неохота мне. Так, а как мне... Между оружием переключаться, интересно, избранным. Ну-ка, может, я в настройках что-нибудь гляну? Подожди, нет. Управление. Так, мышь, space. Одна рука, две руки. Переключение между любимым оружием. Нет данных. А, нет данных, надо задать просто, да? Ну, пусть будет вот эта штука. И... А, сейчас невозможно. Вот. Не, ну по сути мне туда наверх-то мне не надо. Что мне там наверху делать? Нечего там делать. То есть, ну я убью там этого. То, что мне там наверху надо было, я уже все это забрал. Ну, то есть я рычаг нажал, все, тут больше нечего делать. Сундук я открыл, рычаг нажал. Что здесь еще можно сделать? Ничего. Ничего, да, то есть...
Я ж не могу тут пройти тут, либо еще там что-то. Эй-эй-эй. Я оружие хотел сменить. Крадешься ко мне, да? Крадешься. Сучка. Быстрее восстанавливайся. Кулак дьявола, блядь. Не, ну тут, блядь, так-то особо-то и идти-то некуда. Либо сюда, либо сюда, и все. Бля, я еще там не дерусь нихуя. Хотя надо. Ну вот просто сюда вот. Да вот, блядь, сюда и все. Что здесь? То есть что оттуда, что отсюда. Одна хуйственна получается. Что с того входа, ты наверх все равно попадаешь. Вот сюда вот ты попадаешь. Что с одного, блядь, что с другого хода. Ты попадаешь вот сюда. И все. И все. А вот как, блядь, этот активировать? Хер его знает. Подожди, а если, блядь, выйти от седого? А, чтобы выйти-то вон туда надо, да? Так, выйти-то сюда. Есть тут еще какие-то потайные, блядь, лазы, комнаты или что? Что как-то не совсем понятно, что делать надо. Ну вот я туда пробрался, к этому, блядь, покоителю. Может, мне надо все-таки вальнуть того? А. Может, мне того надо вальнуть?
наверх, это уже на выход практически, блядь. Понятно, куда? Куда, чего? Просто бегай сейчас, фармись, да? Фарми опыт, бля. Так, ну туда я... А, ну там... Тут я какой-то рычаг нажимал, он открывал. Это мне ее... Я туда проходил. Сейчас-то мне туда как бы особо-то и не надо. О, блядь. Ключ какой-то использовал, охуеть. Осколок устойчивый, скорость, короткий меч. Скорость, ну-ка давай посмотрим. Что тут, блядь, за скорость? Короткий меч, так. Ё-моё. Ну-ка, и чё тут? А, ловкость нужна. Понятно. Может снова с этим, блядь, сходить. С кузнецом. Куда-нибудь сгонять там по этого. Тут же где-то, блядь, стоит. Вон наковальня где-то ж была. Пойти с ним там прогуляться. Круг! О, привет, блядь, хуило, я тебя искал. Чё ты здесь делаешь? Крахнистый череп. Несколько присодержи. Урих много череп. Крах, нужно много. Чё ты ничего мне не дал? Там сделку какую-то готовит, бля. Храк. Да, храк. Сдохла, сучка.
Да, ёптать. Бухаешь тут. Просто с первого раза я ее. Охренеть, а что такое? Почему? Я думал, повозиться придется с ней. А она прям. Так, а это откроется? Да, откроется. Высокомерие. Ну, посохи мне не нужны. Ах ты ж сука. Урод. Драный урод. Триста всего. Не, ну в принципе до уровня качать навык хватит. Блин, ну мне надо того, этого. С тем мудаком разобраться-то надо. С двумя мечами, которые скотина там прячется. Не могу его там оставить.
что я вот думаю, сколько еще уровней надо вкачать, чтобы с ним там нормально справиться. Сколько я... Даже не знаю, сколько уровней надо будет вкачать. Отлично, блядь. Башку откусила мне. Мразота. Сука, успел выпить. Вот. Что за это? Сразу в рот все тащит. Бухарик. Сразу в рот. Ужас, ужас. Здесь я все достал, да? Это рискованно, вот таких уродов с маленьким ХП бить. Вот сука, реально, вот игра, пойди туда, хуй знает куда, сделай то, хуй знает что. А ну, вон того сейчас пойти хотя бы прикончить. Найду я к нему подъем тут. Это же был к нему подъем, вот тут вот сейчас. Хоть тебя я там добью. Здесь мы открывали. Вот тут руны вот эти указывают. Какой портал, какой проход. Открываем. Но. Мне сейчас надо выйти отсюда. Выйти. Надо. А, ну, по-моему, отсюда выход. Персонажа. Так, давай разовьем персонажа, силушку ему подпрокачаем.
топор. Просто в меня попало и все. Блять, как эти потушить? Как потушить эти сраные? А можно вообще как-то потушить, блять? А? То есть можно ли их потушить вообще? Это непонятно маленько. Может, мне его однозначно надо убивать, чтобы какой-то другой проход открылся? Вопрос только как, да? Блять. Не, ну принцип-то понятен, короче. Thank you.
Так, ну-ка, давай тогда вот так попробуем. А вот это промазал. А вот это промазал. Не так-то и сложно оказалось. Тысяча свечей, ступающих по пламени. Ступающий по пламени. Что это за ступающий по пламени? Где ты вообще, блядь, ступающий по пламени? А, вот короткий меч. Ё-моё. Ловкость должна быть, блядь, там. Урон-то ни о чем. И чё? Про что это вообще? Так, а вот. Слушай. Похоже, вот она, да? Та, которая мне нужна. Блядь. То, что мне нужно было. Доспех для головы средний и вера кираса. Вера. Так, кираса вера. Нет, а тут. Тут, конечно, оранжевая, но только весу больше, да? А тут. Ну, вес, только преимущество в весе. О, слушай, зайти можем, отлично. Все-таки надо было этого гада мочить. Надо. А, ну вот я туда и попал. Когда я, ну, типа, а как туда попасть-то? Ну, вот я и попал сюда, получается, да? Последний завет и огненный страж. Так.
Последний завет. Да пиздец, опять, короче, какой-нибудь там хуйня какая-то. И... Огненный страж ты, да? Две пустых ячейки. Так, подожди, мне надо стойкость. А вот по стойкости получается гармония. А тут ловкость надо 18 аж, да? Ну, блядь, просто 18 ловкости прокачать. Сдохни нахуй. Ах ты ж сучка крашеная. А где ты там? Где ты там нашел свою эту, блядь? Пиздец, а я чё сейчас, сколько опыта я проебал? Семь девятьсот. Не, ребятки, я вообще не согласен на такие потери, блядь. Вообще никак не согласен. Стоп, 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 а ты... Где ты, блядь, спрятал свою вот эту мразоту? Здесь где-то, да? А, вот он ты, нахуй. Все. Да подожди, я сейчас от тебя отпищу, блядь. Ох ты ж. Не, ну так нечестно. Думали это? С полпинка меня сможете здесь что ли завалить? Я просто не был в первый раз готов, а тут-то сейчас вы огребли по полной. Так, что у нас это стоит тут, читает опять, блядь? Посмотри на стены Харкина. Вот, тут же целая история, если знать, как ее прочесть. И не говори. Вот возьми, ты увидишь, о чем я говорю. Что они говорят? Теперь сможешь прочесть свою книгу? So, you can read your book now. Удалось узнать? Did you find what you wanted? То, что ты хотела? Yeah, да, только тут все сложно. Не буду тебе голову морочить. I won't bother you with it. Not yet. Even more to my collection. Коллекция все полнее, спасибо. Что они говорят? What do the signs on the wall say? Old stories mostly. Это все старые истории. То есть для меня они ничего не значат, но тебе в поисках могут помочь. При помощи того камня ты сможешь сам все расшифровать. А вы что здесь делаете?
I might have read it меня all направила wrong, прочла, но если правильно, тогда. Тогда кто-то меня здесь должен встретить, и встретить, и взять меня за руку. Не совсем понимаю. And take my hand. I don't quite get it. I have things to do. У меня много дел. Your loss. Тебе же хуже. Так, камень божественного понимания. Сюжетный предмет. The three judges defeated the last of the lords, filling the deer with helpless fury. He was desperate, so he came to the battlefield himself. It was in that moment that the bastard god was defeated. Humanity triumphed. Понятно, что-то там, блядь, опять намудрили. Так, сохранялка. Сохранялка и переливашка. А, здорово, бугай. Вечная легенда, доспех для головы тяжелый. Дверь блокирована с другой стороны. Стой, так такую, блядь, идти-то некуда больше. Чё за чудеса-то, ёптать. Было бы, если тут куда идти. Тут идти-то некуда. А, не, может, куда-нибудь сюда надо идти? Да, в смысле сюда, и так я ж отсюда пришел, ёптать. А или я отсюда пришел? Огорняю, что есть благо для нас. Он может послать Рогаров, повинуйтесь. Он может послать владыков. Слушайте и благодарите их за... Они знают, если тут нет. Конечно, мы-то нет. Откуда ж нам знать-то, блядь, холопом-то безродным? Прикольно, этот пизданулся тоже. Я думал, они не могут падать, а нет, оказывается, могут. Блять, и пиздануться можно так-то. Не это. Не слабо. К
костей не соберешь, блядь. Упадешь. Магический осколок. Окей. Типа, которая... Давай руну вставим. Вот меч мне там, блядь, покруче дайте. Оружейная рукоять. Хребторез. Хребторез. Вот, кстати. Энергия 180. Физический урон 116. А у того сколько? Шу. Но у этого физический урон-то выше у Шу получается. 53. Ну-ка. Мне бы сейчас найти кого-нибудь тут. На ком хребторез проверить можно. А то они, блядь, разбежались и все сейчас. По этим. Так, нет, это сюда выход. Заперто. Скорость атаки выше у него, да? То есть он с трех. Он с трех этих убивает. А тот с четырех убивал. Спасет вас. Слушайте, учитесь, молитесь. Адыр услышит, Адыр поможет. You are safe with him. Безопасности. Адыр услышит, Адыр придет, Адыр тебя непременно найдет. Ведь так не бывает на свете. Двуручный молот. Да, блядь, ты что, скота... База ебаная. А, подожди, блядь. Я просто не знаю, где я сейчас. Я тебя проебал, так что давай сюда. Возвращайся. Я хуй его знает где.
Так, погодьте, сюда, наверное, да? Должен был идти наверх. Или нет? Вообще, где я, блядь, оказался? Прощай. Покойся с миром, тупица. Чё, блядь, сучка охуевшая? Я же не был готов-то это, что меня там, блядь, огнем поджарит какая-то мразота. Надо же было, блядь, предупреждать хотя бы. Что это за хуйня такая? Так, ну тут-то понятно куда, а вот, а куда вот это-то ведет? Я ж тут, блядь, долго ж... Я ж тут, блядь, долго ж куда-то шел, куда-то брел. Зачем-то шел. Зачем-то брел. А, подожди, это что, паук? Пауки опять, что ли, эти, блядь? А, ёптвою ж. Дивизию. Я ж там уже был.
Так, подожди, Шу надо убрать. Шу отсюда надо убрать. Ну и чё? Вот я к тебе пришел. Чё тебе надо, блядь? А, стой, как-то надо. А как вон тот рычаг? А я без понятия, как тут рычаг нажать. Нахуя я сюда пришел тогда? Блин, сколько же здесь тупника, это просто пиздец какой-то. Это реально какой-то просто пиздец. Так, а отсюда можно куда-нибудь пропрыгать? А. То есть, типа, наверх, куда-то туда, блядь, нельзя, да? Нихуя тут не пропрыгаешь. Ладно. Главное, что не пизданулся. А вот теперь пизданулся, да? А вот теперь пизданулся. Что, давай отсосем. Ну, вот так вот, прям по-взрослому. Давай сейчас как отсосем, отсосем, блядь. Мы же умеем, ёптать. Почему он не все время замедляет? Прикольно было бы, если бы он замедлял бы. Да ну нахуй! Блять, я забыл, что-то, сука, взрывается. Все, пиздец, здесь опять опыт проебал. Thank you.
1700 проебал только, да? То, что заново набил, то и проебал. Блять, что там такое? Это что, блять? Может, там хуйня какая-то лежит, а я пытаюсь. Ну и что это было? Пустая бутылка? Ну, в принципе, стоило, конечно, попотеть стоило. Только там наверх-то не пройти. Так, а это... А, ну с той стороны я был. С той стороны я был. Да, непонятно, как пробраться. Где-то, может, тут какая кнопка, блядь, есть. Что-то нажать надо. А? Или чё? Ничего. Просто так, да? Явно тут, блядь, по воздуху он не пролетит. Блять, у меня уже все идеи, догадки и предположения закончились. Чё, куда и как. Ради того, кто заступился за нас. Да, понятно. В очередной раз вы это тут указали. Чем я могу тебе помочь? Is there anything I can do for you? Пока ничем, отвали. Найдите способ добраться до уничтожителя, да вот. Ищу, ёптать, способ, ищу. Вы хоть намекнули? Как до него добраться можно? Thank you.
Так, я же здесь, по-моему, был, да? Ключ от правого крыла. Открываем. Oops. I did it again. Так, стой, подожди. Еще рано. Сюда идти, я еще здесь не посмотрел, что есть. Так, тут призраки всякие. Так, тут только хребторез и отметина. Так, это что такое? Куда или это куда или где я вышел? А это я опять, то есть я по кругу пробежал, получается, да? Ладно, здесь понятно, тогда мне вот сюда надо. Грудник легкий. Нет. Не, ну может быть, конечно, мне в легкой броне-то и проще еще будет, но хуй знает, хуй знает. А, вот это где, да? Все понятно. Переливаем. Thank you.
Так, давай. Запас энергии. Ну, пойдем-ка теперь обратно тогда. Так, теперь тогда куда? Длинный коридор. Сюда и здесь. Здесь сюда. И куда я тут, блядь, ходил? А, это я отсюда вышел. Нет, значит, в обратную сторону. Да, вот сюда. Так я здесь был, получается, блядь. Но открыл. Что за хуйня-то? Че, я опять заблудился? А, это вот это вот. Мразота поебота. Откуда ты взялся, урод, ептать? В жопе ноги. Опять я заблудился, блядь. Пиздец. В принципе, заблудился. Тут особо идти-то некуда. Сюда это сюда. А сюда это отсюда. Долгие поиски. А вот сюда-то, блядь, как пробраться? И что там есть? М? Так, ладно, то. А, вот он, ёптыть. Нашел рычаг.
Так, давай тогда рычажок потянем. Тянем, вытянуть не можем. Посмотрим. Сейчас этот хер очухается. Наконец-то нашла. Нужно как-то до него добраться. Скорее, пойдем. Это же, ты понимаешь, это же ключ. Ключ. Не сдох сейчас тут, вот прям было опасно. А куда это побежала? Мне на базане что ли бежать? Да иди ты нахуй в тень, блять. Ебало. Носишься там какой-то, блять. Совраска. Где это я? Что, серьезно, здесь? О, нахуй надо. Не хочу сюда. Долго потом опять бежать там. В смысле? Серьезно, что ли? Ты что, ебанулась, блядь? Я даже сейчас не помню, как сюда бежать. Охуеть, 5000 опыта. А. В принципе, бежать-то и не надо будет, опыт здесь. Это куда? Это сюда. Так, сейчас опять эта хер там появится же. Ancient temple is gone. Нет, храма больше нет. Это хорошо. The Rogar are gone as well. Бога тоже нет. Начинается новая эпоха. Эпоха судей. Мы построим новый храм, чтобы освободивших наш мир. Так, а это сюда, да? А, так там вон так все-таки пизда ходит. А, ёпта, это даже не взрывная залупа. Так, и чё она мне сейчас предлагает? Вниз. Спуститься. Так, подожди, здесь надо прям вот так вот сходу. Опачки, вот так, да? Ничего тут у тебя нету, не выпало. Да, блядь. Сюда или не сюда? Вот суки. Воу-воу-воу. Пиздец, блядь. Со спины-то нападать.
mighty antennas. О, могущественные There must be something that has been keeping people from finding a way inside the hand of fallen Adir for so long. All the tales of people who have been in this chamber have something in common. They were shocked by something. Так, ну что, я предлагаю на сегодня на этом закончить. Продолжим мы поиски этого Анадыра, Антанаса и всех прочих уже в следующей серии. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях. Всем пока. До новых встреч.